изумилась Джейкоб. Что за хрень, Нико? Я достану этого засранца. Жди, я тебе позвоню и найди себе нормальную пушку. Зачем нам передеваться? Вот, кстати, наши машины. Джейкоб. Ну давай, звони уже. Черт. Последовали совету как раз Кейт и... Получилось, что получилось. Она мертва. Блин, нас вынуждают переодеться, слушайте. Давайте костюм оденем. Ну, мы переоделись и сразу звонок Джейкоба. Нико, I had Roman on the phone with that rascal Pegorino's man, see? Being in some building in Curry Square. We keep an eye out on him. Wait for me, I'm on my way. What is Roman doing there? This is not the place for him. You back him up, Rasta. I and I both be, see? One love. Отойди. Поедем на этой малышке. Черт. И снова месть. Да, в чем-то Джейкоб и прав. Это никогда не закончится. Да, Пегорина, ты пожалеешь об этом. Ты пожалеешь об этом. Я честно до конца не помнил. Ни хрена себе. Вылетели. Что ж ты не пристегиваешься, Нико? Вот это мы вылетели. Я правда до конца не помнил. Если выбрать именно месть, кого убьют, брата или девушку. Убили девушку. Но я думал, что может быть и то, и другое, но хотел действительно, чтобы Роман выжил. Потому что по моей игре скейт особо Нико ничего. Не имел? А, брат есть брат. Блин, из-за того, чтобы врезался. Нужно сейчас поесть бы где-нибудь по дороге. Эх, ресторанов-то здесь нет. Ладно, я надеюсь, найдется продавец хот-догов. Пока ни одного не вижу, как назло. А, черт, а. Мы уже рядом совсем. Черт. Надо покушать, иначе нас убьют сейчас. И... Во-во-во-во-во-во-во, отлично. Привет. Дай мне сосиску в тесте вашу. Спасибо. Эх, такая красавица и вся раздолбана. У Нико весь на нервах. А могла получиться хорошая семья. Выходцы из Сербии и из Ирландии. Поженились бы. Родили бы несколько детей. Дружили бы с семьями, с семьей Романа. Но прошлые дела не оставляют Нико в покое. Оу, вот это да. Вы видели это сейчас? Машины не было, она появилась прямо перед нами. Да, здесь я. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it, see him there? You have to stick to him, brother. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Воу. Хрена себе. How do you know he's going back to Pegorino? We've been running around town like an endless chicken in a restaurant. Picking up shit, they're desperate. There's nowhere left for these guys to go. The whole city wants them dead now. Well, I guess I'll be doing the whole city a favor when I kill Pegorino then. The
thought he could be a big player. This man will lead us there. We'll get him, cousin, I assure you. See him, Bridget. And I'll be after him. And he knew a boy gonna live another day upon this earth. See? It's a dead man. Dead man! Fuck with the wrong Rasta auntie. This he will realize soon enough. Что-то ты виляешь там, друг. Что-то ты не очень водишь, а? Блин, слишком близко, не надо к нему подъезжать. I've got nobody now. That's not true, blood. You got Iron Roman, see? Roman just kill that thing. You don't mean what I'm saying. You're going to mash up this rascal. Mash him up good. See? Ah, по встречке. Sure, that's what I'm feeling. Nico, I want to get this guy. I just don't think we want to take any unnecessary risks while we're doing that. Roman, the last thing I want is to lose you as well as Kate. I can't imagine how I'd feel if I lost you today. But Roman, I would not let this piece of shit go. He is taking us back to Jimmy Pegorino. Пытался оторваться от нас по встречке, только усугубил свое положение. На самом деле мы его можем спокойно догнать. Я не хочу приближаться, чтобы он по нам не палил. Мне отнимал очки здоровья и брони. Так что держимся на расстоянии. Understand? Sure, cousin, sure. Eyes to the front, mind on the job at hand and all that shit. He's going to stop Sorino, Nico. Me, if I'm a sausage at Pegorino, he might be hiding in the knob. I'm hiding it somewhere. Okay, we're making some progress then. We will keep on this guy, and hopefully he won't fucking kill us or crash before he leads us to Pegorino. I'm about ready to see that particular moron. Yeah, me too. Музыка нагнетает. Нагнетает обстановку. Но где он там? Уже. Блин, весь город проехали. У нас машинка что надо. Ух ты, этот разворот. Нас уже ждут, да. Молодцы, правильно поступили на самом деле. Эй! Да почему так-то? Блин. Почему, Ника, ты кинул гребаную гранату себе под ноги, а? Это что сейчас было вообще? Кто там еще? Ух ты. Да чтоб тебе. Из-за этой гранаты, блин. Так, там сверху никого больше. А как вам такое?
Блин, застранцы, а. Лови! Блин, как бы туда подойти? Ах, не докинул. Да чтоб тебе. Ладно, рискуем. Ай, засранцы спрятались. Лови! И вы ловите? Хана! Ох ты, жив! Вы видели, да, он? Да ты... Ты сколько можешь жить вообще, а? Да, Пигарина подготовился. На самом деле... Я надеюсь, что... А, будет где-нибудь здесь броня или здоровье. Ты заколебал меня. Малыш Джейкоб. Блин. Кто-то еще стреляет. СМС-ку не дают прочитать, ё-моё. Все под контролем, красавчик, на небо посматривай. Хорошо, на вертолете прилетят. Черт, кто там стрелял еще? Задрали вы меня, ребята, а? Засели тут и... Не хотят выходить. Так, здесь здоровье должно быть, ну по-любому же. О, хорошо. Кто еще? Ага, вижу, вижу здоровье. Опа. Ладно. Кто-то сверху будет, да? Ах ты, не пройти, да? Может быть, кого-нибудь отсюда? Снимем. Нет, не видно. Черт, ладно. Ну хотя бы здоровье восстановили себе. Да, да, да. Стреляйте на здоровье. Блин.
Хорошо. Вот он. Someone I cared about. It's over for you now, Jimmy. Your problem is you like killing too much. Зашибись. Сейчас провалил миссию, да? Давай, давай, давай. Ну и чё? Как тут перепрыгнуть-то? Ну слава тебе, Господи. Старик-то шустрый, я смотрю. Аккуратно, аккуратно. Куда он делся вообще? А, понятно. Еще выше. Да, 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 попробуйте. Куда ж ты на меня побежала? Да, 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 да. Попытайтесь. Твою мать. Ладно. Вы сами этого хотели? Ни хрена себе. Вот этого я не ожидал. И все заново, естественно. Ну, начнем с того же места. Ну что ж, удирает уже Пигарина на своей лодке. Похоже, это за ним. А, но нам нужно спускаться. Помните, да, как я здесь поднялся и отхватил пулю? Так что будем осмотрительнее в этот раз. Охренеть, они точные, вообще жесть просто. Оу. Так. У нас очень мало осталось здоровья опять. Воду, да, выросил? Да, воду. Тихо, Ника, ты что делаешь? Так, там внизу еще. А, не могу их достать отсюда. Черт. Ладно. Воу. Так, возьму-ка я вот это оружие лучше. Я чувствую, что сейчас опять погибну. На самом деле. Воу-воу-воу-воу. Так, здесь все. Помните, Джейкоб говорил, посматривай на крышу, да? Блин, не простреливается эта решетка. Ну хорошо, что с двух сторон она не простреливается. Нет, простреливается. Черт. Так нечестно. Так нечестно. И как мне быть? Только вот так. Больше вариантов не было. Черт, мне брони. Или здоровье. Тут всех убили? Ну, по идее, да. Я знаю, где есть здоровье. Давайте сбегаем. Я надеюсь, миссия из этого не провалится. Давай, 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 давай. Сюда ведь? Да, сюда. Давай, давай, Ника, 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 давай. Быстрей. Кое-где у меня была полная шкала здоровья, и из-за этого... Сейчас дверь не откроется, да? Вот, открылась, хорошо. Из-за этого не взялась там аптечка. Вон та, как раз. Оп. Замечательно. И обратно. Все, сейчас будет поспокойнее мне.
уж это Джимми Пегарино, а? Куда ты удрапал? Я видел там катер. Наверняка придется гнать на нем. Сядьте на мотоцикл. На какой еще мотоцикл? А, черт. Быстрее, 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 быстрее. Да, Ника, что ты творишь? О, как долго. Отлично. Держитесь ближе к берегу. Все, да? Провалили. Зашибись, блин. И все из-за тупака Нико. Хорошо. Я еще раз переиграю, но, блин. Вон он же, ну вон. Где он скрылся? В каком он месте скрылся? Или вон он? Черт. Я злой. Ладно, я помню, что здесь непросто. Я вспомнил эту миссию тоже, когда первый раз играл, долго проходил. Что ж, вернемся на этом же месте. Продолжаем преследовать Джимми Пегарино. Я на мотоцикле, но чувствую, что сейчас опять отстану. Блин, долго садился, Ник, он тупит. Он почему-то все время хочет спуститься по лестнице, вместо того, чтобы садиться на этот... Вот да. Все, это поражение. Пегарино скрылся, да? Пока нет, но... Вон он, я его вижу. Нападение было сейчас жестокое у нас. Тихо, тихо, тихо. А вон Джейкоб. Сейчас нам нужно будет прыгнуть. Очень удачно. И... Есть контакт. Давай, 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 Нико, давай, 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 забирайся, 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 забирайся. Твою мать, я забыл управление. Так, 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 так. Вертолет. Ах ты, Айка. Наклон вперед. Ага, хорошо. Понял. Погнали. Твою мать, он стреляет. Вот это попадос. Падаем мы, ребята. Да ладно, Ника, а? Посадит вертолет. Охренеть. Весь в крови, пиджак. Никакая полиция мне не помешает. Все, Пегарино, ты мертв. Наконец-то, блин, с третьего раза. The commission, the old families, I know some of those guys. And they thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. Cousin. Yeah. Did it? Really? I don't know. What did I do? But we're done. Now we can start making money. Freely. I suppose so. We won, man. We won!
Да. Но, Ника, не рад такому концу. Ну и как же без этого? Соединенные Штаты Америки. Достижение вы выиграли. Пол лимона. Да, ребят, на этом прохождение GTA 4 окончено на нашем канале. Ну что ж, это была потрясающая игра, потрясающий сюжет. Я уже просмотрел несколько роликов по GTA 5 и скажу, что там еще все круче. Поэтому жду не дождусь выхода пятой части на персональный компьютер. И надеюсь, что будет на канале и GTA 5 со временем. А прежде я, конечно, попытаюсь пройти эпизоды Liberty City. Ждите через несколько недель после окончания этого прохождения. На самом деле, я сейчас вспомнил, и концовка эта у меня была и в первый раз, когда проходил игру. Возможно, стоило выбрать другую концовку. Но когда в первый раз проходил ее, даже не задумывался, что есть тут две концовки. Ну а так, мне очень понравилось, надеюсь, как и вам. Нико Беллик, прощаемся с ним. Про него еще будут упоминания и в пятой части. И не только про него, из четвертой. Герой еще появится и в пятой. Так что, ну а я прощаюсь с вами. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, кто может быть еще не подписан. Дальше только круче. Ждите новых проектов, анонсировать буду. Всем пока. Печальное событие на свадьбе брата. И Нико снова в своей одежде. После всего того, что произошло. Да, должен был. Должен был защищать Ника, должен был. Малыш Джейкоб. Что за хрень, Ника? Я достану этого засранца. Жди, я тебе позвоню и найди себе нормальную пушку. Зачем нам передеваться? Вот, кстати, наши машины. Джейкоб. Ну давай, звони уже. Черт. Последовали совету как раз Кейт, и получилось, что получилось. Она мертва. Блин, нас вынуждают переодеться, слушайте. А? Давайте костюм оденем. Ну, мы переоделись и сразу звонок Джейкоба. Нико, I had a woman on the phone with that Rasla Pegorino's man, see? Being in some building in Corey Square. We keep an eye out on him. Wait for me, I'm on my way. What is Roman doing there? This is not the place for him. You back him up, Rasta. I and I both be, see? One love. Отойди. Поедем на этой малышке. Черт. И снова месть. Да, в чем-то Джейкоб и прав. Это никогда не закончится. Да, Пегорино, ты пожалеешь об этом. Ты пожалеешь об этом. Я честно до конца не помнил. Ни хрена себе. Вылетели. Что ж ты не пристегиваешься, Нико? Вот это мы вылетели. Я правда до конца не помнил. Если выбрать именно месть, кого убьют, брата или девушку. Убили девушку. Но я думал, что может быть и то, и другое, но хотел действительно, чтобы Роман выжил. Потому что по моей игре с Кейт особо Нико ничего не имел. А, брат есть брат. Блин, из-за того, чтобы врезался. Нужно сейчас поесть бы где-нибудь по дороге. Эх, ресторанов-то здесь нет. Ладно, я надеюсь, найдется продавец хот-догов. Пока ни одного не вижу, как назло.
А, черт, а. Мы уже рядом совсем. Черт. Надо покушать, иначе нас убьют сейчас. И... Во-во-во-во-во-во-во, отлично. Привет. Дай мне сосиску в тесте вашу. Спасибо. Эх, такая красавица и вся раздолбана. У Нико весь на нервах. А могла получиться хорошая семья. Выходцы из Сербии и из Ирландии. Поженились бы. Родили бы несколько детей. Дружили бы с семьями, с семьей Романа. Но прошлые дела не оставляют Нико в покое. О, вот это да. Вы видели это сейчас? Машины не было, она появилась прямо перед нами. Да, здесь я. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it, see him there? You have to stick to me, brother. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Воу. Хрен на себе. How do you know he's going back to Pegorino? We've been running around town like an endless chicken in a rasta. Picking up shit and desperate. There's nowhere left for these guys to go. The whole city wants them dead now. Well, I guess I'll be doing the whole city a favor when I kill Pegorino then. The fool thought he could be a big player. This man will lead us there. We'll get him, cousin, I assure you. See him, Bridget. And I'll be after him. And he knew a boy gonna live another day upon this earth. See? It's a dead man. Dead man! Fuck with the wrong rasta and thing. This he will realize soon enough. Что-то ты виляешь там, друг. Что-то ты не очень водишь, а? Блин, слишком близко, не надо к нему подъезжать. Подъезжай. Said you wanted to give Pegorino payback, just as much as I did. I did. I do want to, but you know, I don't want to die. I have a wife to think about now. I've got nobody now. That's not true, blood. You got Iron Roman, see? Roman just scared that thing. You don't mean what I'm saying. You're going to mash up this rascal, mash him up good. See? Ah, по встречке. Sure, sure. That's what I'm feeling. Nico, I want to get this guy. I just don't think we want to take any unnecessary risks while we're doing that. Roman, the last thing I want is to lose you as well as Kate. I can't imagine how I'd feel if I lost you today. But Roman. I will not let this piece of shit go. He is taking us back to Jimmy Pegorino. Пытался оторваться от нас по встречке, только усугубил свое положение. На самом деле мы его можем спокойно догнать. Я не хочу приближаться, чтобы он по нам не палил. У меня отнимал очки здоровья и брони. Так что держимся на расстоянии. We must reach Pegorino.